Минздрав предлагает наказывать работодателей рублем, если их сотрудники не проходят диспансеризацию. Как пишет «Коммерсант», им могут повысить тариф отчислений на ОМС. Ранее Минздрав хотел ввести административную или даже уголовную ответственность за уклонение от обследования на онкологию, но так и не сложилось. Вот и решили озадачить работодателей. Для них это создаст дополнительные хлопоты, а еще расходы на бухгалтерию, конечно, вырастут. Но бюджет при этом выиграет, ведь выявить заболевание на ранней стадии дешевле, чем лечить уже запущенный случай. Сейчас одна диспансеризация обходится в 6-10 тысяч рублей. Сюда входят и обследования, и траты на СМС-уведомления.